Привет, друзья, что сегодня сулят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео, поехали! Овен. Сегодня звезды рекомендуют вам проявить все свои положительные качества. В отношениях с близкими людьми вас ожидают доверие и гармония. Постарайтесь устроить маленький семейный праздник, это может вам скрасить негативные тенденции дня. Телец. Это благоприятный день для того, чтобы заняться планированием своих дальнейших шагов в достижении целей. Постарайтесь умерить свой пыл, не поддавайтесь иллюзиям. Звезды советуют вам трезво оценить все происходящее и сделать соответствующие выводы. Близнецы. Не исключено, что сегодня вас ожидают сложности в профессиональной сфере деятельности. Не стоит принимать кардинальных решений, вероятно, это может испортить отношения с окружающими. Проведите день на свежем воздухе в компании близких друзей. Рак. Возможно, что многочисленные фантазии придут вам в голову. Вы рискуете поддаться иллюзиям. Сохраняйте хладнокровие и спокойствие в принятии решений. Не исключены искушения и обман. Лев. Благоприятный день для путешествий и неожиданных поездок. Не исключено, что вам предоставится возможность познакомиться с интересным человеком. Хороший день для того, чтобы заняться домашними делами и хлопотами. Дева. Критический день для дев. Постарайтесь держать себя в руках и не поддаваться на различного рода провокации. Обратите внимание на свое здоровье, не исключены проблемы. Вторую половину дня проведите в кругу семьи. Весы. Вероятно, сегодня вам следует быть готовыми к небольшим семейным неприятностям. Наберитесь терпения и прислушайтесь к голосу сердца. Это поможет вам выбраться из трудной ситуации. Этот день может стать днем искушения плоти. Скорпион. Весьма вероятно, что сегодня вас ожидают трудности в личной жизни. Ваше желание свободы станет причиной конфликтов с партнером. Помните, что вас очень любят. Не стоит делать больно людям, которые вас окружают. Постарайтесь не принимать важных решений, отложите это на более благоприятный период. Стрелец. Благоприятный день для посещения новых для себя мест и путешествий. Ваши положительные качества и творческий подход помогут вам добиться поставленных целей. В личной жизни ожидаются успехи. Козерог. Критический день, не исключены ссоры и конфликты с любимым человеком. Но не стоит принимать скоропостижных решений, вам вместе удастся преодолеть все проблемы. Старайтесь держать себя в руках и не поддаваться под власть эмоций. Водолей. Обратите внимание на свое здоровье. Сегодня не исключены различного рода травмы или обострения хронических заболеваний. Звезды предостерегают вас от физических нагрузок и напряженной работы. Остерегайтесь романтических приключений. Это чревато последствиями. Рыбы. Будьте готовы к значительным перегрузкам, как физическим, так и моральным. Не каждый представитель рыб сможет выбраться из этой ситуации сухим. Звезды не рекомендуют начинать деловые переговоры. Скорее всего, они просто не оправдают ожиданий. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.